И скажите, как правильно помогать людям, можно ли деньги подавать нищим или нет. Если вы хотите помочь кому-либо, то начните с детей, самых близких родственников, людей, связанных с вами по крови. Им помогайте. В случае, если у вас много денег, то вы отдаете бедным часть этих денег. Вообще, компрометирующий вопрос. Дело в том, что у иудеев и у мусульман есть такое понятие, как подавать, ну и у христиан есть такое понятие, как подавать небольшое количество денег нищим. В случае, если человек это делает, презирая человека, то тогда это пойдет в плохую сторону. В случае, если этот человек, которому вы помогаете, зарабатывает на вас, то вы потеряете. В случае, если человек принял от вас подаяние с благодарностью, не потратил это на водку и не убил там молотком ребенка и так далее, то тогда, скорее всего, это пойдет вам в плюс, плюс в карму, плюс в жизни и так далее. На сегодняшний день количество людей, которые действительно нуждаются, их много. Но одна из особенностей заключается в том, что те, которые больше всего нуждаются, их на улице не найдешь. Очень интересно вот что, когда я вижу видео такое, там, помогите Косте, Костя там нуждается в операции и так далее. И это везде публикуется, и там в большом количестве это продвигается. Я знаю стоимость такой рекламы. Обычно стоимость такой рекламы, которая постит вот такого Костю, Лешу или Петю, обычно она может достигать до 3-5 тысяч долларов в месяц, а постят по 10 месяцев. Тогда скажите, кто это делает? Хотите помочь? Открывайте в интернете слова, которые называются онкологическая, детская онкологическая педиатрия. После этого находите, где находится отделение онкологическое, где находятся дети, у которых есть проблемы, там, проблемы здоровья, необходимость операции, имплантации и так далее, и так далее. Хотите помочь? Вот этим людям необходима помощь. Есть такие места, они хоспис называются, вот можно туда деньги передавать. Есть дома престарелых, есть детские дома, так много есть людей, которым действительно нужна помощь. Есть психиатрические больницы, во многих случаях там очень-очень нуждающиеся люди находятся.